привет! Сегодня у меня выходной, и мы едем в магазин для того, чтобы посмотреть каких-нибудь жителей для моего моря. Посмотрим рыбок, креветок и мягкие кораллы. Вообще, судя по объявлению, там в магазине очень много всяких... Короче, много очень всего. Вот, возьму камеру с собой, поснимаю, и, возможно, что-нибудь купим. Гоним со всех сил. Приехали мы в Archer Fish. Смотрите, тут такие страшные коридоры. Ну ладно, пойдем. Может, крабика вот такого? А мне еще слизнячок нравится. Блин, смотрите, как тут классно, столько всего. Вот это актиния вообще. С какой-то микронемо. Боже, здесь можно оставить целое состояние, наверное. Вот такую давайте купим. А вот это, смотри, какая, это, по-моему, 40-тон называется. В итоге мы купили белую актинию и один камень здоровый. Тем временем в аквариуме вот такие ужасы происходят. Начались водоросли. Вот, все стенки начали зарастать, но еще не очень сильно. Сняли шкафчик на кухне. Сейчас будем приделывать сюда свет. Кстати, у меня новые кораллы. Так. Еда готовится. Бардак ужасный. Итак, прошло пару дней. Да, кстати, мы еще съездили в Аквалога и купили там парочку кораллов. Вот это заантусы, что-то им как-то не очень хорошо изначально. А это Ксения моя. Также мне дали какую-то водоросль, зонтики еще одни, точнее палитоя. Мы купили крабика и вот такую зеленую палитою. Еще взяли актинию, актиния вон спряталась куда-то. Хотела снять видео про аквариум, но тут кот. Чили, дорогой. О, это я Ксению снимала. Смотрите, какая классная, блин, вообще. Ну, из новостей прикрутили мы светильник. Вот в аквариуме начали расти водоросли. Все стало вот такое страшное желтое. Я купила какой-то камень с зонтиками. Что-то аквариум меня подбешивает, короче, ребят. Просто ужасно бесит. Хочется прямо выкинуть его. Просто слить и в мусорку все это нахер. Кстати, потрачено уже 30 тысяч. Ну, вот так вот выглядят эти водоросли в синем свете. Короче, ничего интересного не случалось с тех пор, потому что я чистила стенки, я выкинула верхний слой грунта. Вот, и вообще расстроенная вся была, какие-то паразиты завелись. В общем, эптазии эти. Такое все такое. Так, у меня есть немножко времени. На самом деле, видео мне надоело снимать после второго. Вот, поэтому у меня просто куча изменений. Вот, сначала начали зарастать стенки в аквариуме. Зарастали каждый день. Аквариум ужасно вонял. И все, что мне хотелось, это просто выкинуть его в мусорку. Вот, ребята, я поняла, почему продают аквариумы на Авито просто в гигантском количестве. Вот, потому что мне хотелось просто выкинуть это из своего дома. Вот, но, как говорится, тяжелые времена позади. Хотя я думаю, что совсем нет. Вот, смотрите, вот это моя розовая Ксения, которая была изначально. Вот, потом через время я съездила в магазин, купила себе еще три камня. Вот, это вот этот верхний. Наверху у него политое.
она себя чувствует не очень хорошо. У нее должны быть такие, как тычинки по бокам. Вот, но они почему-то не расправляются. Вот, потом купила вот эту зеленую. Это тоже, кажется, политое. Вот, она себя чувствует прекрасно. Вот, а надо их кормить как-то или нет, кстати, я не знаю. А, и вот такой заантус. Но ему, видите, плохо, он не раскрывается. Я открепила кусочек от него, но он тоже не раскрывается. И на нем были паразиты, голожаберники, насколько мне подсказали. Вот, но как-то я его даже искупала в осмосе по совету легкому чему-то. Ну и, в общем, ему плохо. Может, конечно, он отойдет, но я не думаю, потому что начались вот эти белые на нем какой-то налет. Вот, я подозреваю, что легче его выкинуть. Вот, также я купила в Аквалога вот такую актинию. Ой, нет, актинию не в Аквалога, в другом, короче, в Акварив Шоп, по-моему. Вот, а в Аквалог я купила крабика. Вон он там сидит. Блин, его не видно сейчас. Вот, и он не отходит от актинии, он постоянно с ней. Актиния днем просто бомбическая, такая красивая. Вот, и как выяснилось, у меня вот эти паразиты, это называется аптазия. Вот, и их так очень много прям. Но если смотреть, их реально много маленьких. Вот, я думаю, как-то их потравить. Вот, или купить креветку. Я почитала, что есть креветка, которая сжирает их. Вот. Потом вопрос, правда, как ее выловить отсюда. Смотрите, маленькая звездочка у меня вот там сидит. Вот, еще вот буквально последние 2 дня у меня появился какой-то вот планктон на стенках. Смотрите. Вот эти штучки. Это как маленькие, я не знаю, как остроходы какие-то. Вот они прям повсюду. И они двигаются. Не знаю, что с ними делать. Кстати, я один раз покормила вот этого монстра. И я дала на пинцете ему маленький кусочек креветки. И она просто его захавала. Вот. Сейчас хочу поехать в Аквалог и купить что-нибудь еще прикольное. Хочу бриариум. Кстати, вот эта штука типа бриариума, которая у меня была. Вот это вон, видите, как она разрослась? Ее прям много стало. Очень красиво выглядит. Вот, хочу какой-нибудь камень вот сюда. Вместо вот этого. Этот поставлю туда назад. И будем ждать. Но, скорее всего, ему уже крышка. Аквариум выглядит, ну, примерно так. Вообще красиво получается. Кстати, водоросли разрослись. У меня была одна. Ну, один листик, а сейчас, смотрите, уже 4-й растет там маленький. Вот. А еще вы не знаете Ксения? Она у меня просто разных видов. Или вот почему одна розовая, другая фиолетовая? Или просто ей нехорошо. Надеюсь, что нет. Вот, кстати, еще в Аквалогу мне дали вот такую водоросль красную. Вот, но она, ну, не знаю, по-моему, она не растет, она просто там лежит. Ну, красиво смотрится. Вот. А на заантусах, ой, на этих политоях еще какие-то белые, вот видите, точки. Что это за белые точки? В общем, на море уже похоже. Вот, и особенно, блин, это Ксения. Все, конечно, пишут, что сорняк и все такое, но выглядит прям шикарно. Вот так вот. Посмотрим, что будет дальше.